Оркестр КалымГУ признан лучшим среди инструменталистов на 30-м Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Коллектив исполнил произведение «Автопортрет». Это творение выдающегося композитора и певца, героя Калмыкии Аркадия Манджиева, с которым жители республики простились 18 мая. Творчество Аркадия Наминовича продолжает дарить радость, объединять поколения и приобщать к прекрасному. Спасибо оркестру и его художественному руководителю Савру Вячеславовичу Катаеву. Думаю, и для ребят было почетно представлять произведение маэстро. «Искусство Калмыкии неповторимо», – подчеркнул Батухасиков. Также в рамках фестиваля студентка КалымГУ Амуланга Антонова заняла второе место в направлении «Вокал». Благодаря таким талантливым, энергичным ребятам национальные традиции развиваются, вплетаются в культурный код современного поколения, отметил глава Калмыкии.